Володя. Идите, вратарь Геннадий Черников. Второй номер. Сергей Танасюк. Третий. Владислав Насенко. Четвертый. Андрей Юдин. Пятый. Геннадий Приходько. Шестой. Кирилл Урухан. Седьмой. Андрей Зубченко. Восьмой. Андрей Купцов. Девятый. Павел Киричук. Десятый. Капитан команды Роман Бондаренко. Одиннадцатый. Алексей Косенко. Президент футбольного клуба «Торпедо» Виктор Николаевич Белоблоцкий. Главный тренер Леонид Голтун. Футбольный клуб «Черноморец». Футболки белые. Вратарь Вадим Винокуров. Второй номер Игорь Шапченко. Третий Сергей Сухорученко. Четвертый Дмитрий Пархоменко. Пятый Андрей Пархоменко. Шестой Сергей Шевченко. Седьмой Василий Мока. Восьмой капитан команды Тимирлан Кусейнов. Девятый Бурного общества футбольного клуба «Черноморец». Президент финансовой промышленной группы «Приморья» Леонид Михайлович Климов. Вице-президент Владимир Дмитриевич Левко. Главный тренер Александр Колоколотов. Эту встречу проводит бригада арбитров в следующем составе. Арбитр в поле. Судья национальной категории Игорь Киплинг-Вернинский. Его ассистенты, арбитры национальной категории Игорь Калича, Алексей Лазенко, Черновцы. Четвертый судья, арбитр национальной категории Виталий Гадурян, Одесса. Делегат Федерации футбола Украины, куратор команд первой лиги Сергей Александрович Топин, Киев. Как не видел, не позвучал. Здравствуйте. Спасибо.
Yeah.
Thank you.
Иди папу помой. Коля! Петя, снимай. Место, место, ёжи! Давай, 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 давай
Thank you.
Yeah.
Yeah.
25-я.
вышел по 9 номерам. Под 16-м Евгений Сонин. Thank you.
«Спартак» 3 ноября на центральный матч команд второй лиги спортивный клуб «Одесса» «Кристалл Херсон». Начало в 14 часов. Вход свободный. А на нашем стадионе в воскресенье 8 ноября в 1/8 финала Кубка Украины спортивный клуб «Одесса» принимает «Динамо Киев». Начало также в 14 часов. Что вы делаете? Зарезали ми крышу на дальний стан. Не ожидал. Go!
16 номером Игоря Гоголя в игру вступил Александр Казакевич, 14 номер. Давай так пошел, убери. Она дома. Там одна дома.